Каждый год в преддверии 23 февраля, мужского праздника, мы в гитарном клубе снимаем небольшое видео, где рассказываем про гитары, которые, по нашему мнению, и могут подойти в качестве подарка для мужчины. И в этом году мы решили выделить 4 категории инструментов, начиная от самых простых до супер топовых. И в каждой категории мы выделили несколько инструментов, которые, на наш взгляд, подойдут для мужчины, для подарка. И поэтому, если вы ищете себе подарок, мужчина имеется в виду, или хотите подарить любимому мужчине подарок, то сейчас мы поподробнее об этом расскажем. Итак, первая категория – это стартовые бюджетные инструменты не из массива. Один из самых интересных инструментов в этой ценовой категории – это гитара Enya. Сделана она из такого суперматериала под названием HPL. В корпусе Dreadnought. Естественно, мужчины любят громкие и мощные гитары, как правило. Во-первых, это может быть как подарок, потому что здесь очень хорошая комплектация. Здесь помимо самой гитары есть плотный чехол, запасные струны, тюнер, каподастер, медиатор. В общем, все, что нужно для начинающего гитариста. Так как эта гитара сделана из HPL материала, ее можно спокойно брать на дачу, в поход, куда-то поехать с ней. Она этого ничего не боится. Вторая категория – это гитары, где уже идет массивный верх, то есть массивная верхняя дека. И одна из самых интересных гитар в этой ценовой категории – это Sigma. В корпусе также Dreadnought, где массивная верхняя дека, ситхинская ель. У меня в данном случае гитара с вырезом и с электроникой, но есть также и без выреза, без электроники. То есть инструмент уже звучит посерьезнее, уже чувствуется глубина, мощь этого инструмента. И на ней также можно играть медиатором, можно играть, в принципе, тоже перебором, можно играть рок, то есть все, что любит настоящий мужчина. Если вы любите больше инструментальную музыку, то подойдет именно вот эта гитара, где массивная дека из ели, потому что инструменты яркие, насыщенные. А если любите аккомпанировать, то лучше всего гитары подойдут из красного дерева. Также верх массив из красного дерева. Поскольку эти гитары обладают более теплым звуковым оттенком, и они не будут мешать голосу. Это также компания Sigma, модель DM15. Вообще компания Sigma очень серьезная. Компания Sigma вообще очень серьезная на самом деле. Несмотря на то, что эти гитары мы отнесли больше к средней категории, компания Sigma все равно занимает одну из лидирующих вообще позиций и в звучании, и в качестве, и в сборке. И мы этими гитарами очень довольны. И еще раз, кратко. Если хотите играть инструментальную музыку, это елка. Если хотите петь, это красное дерево.
Значит, следующая категория – это гитара уже полностью из массива, но именно этот инструмент мы хотели бы отнести к среднему уровню полностью массивного уровня, полностью массивного дерева, полностью массивного корпуса. Это гитары компании Ньютон. В данном случае инструмент под нашим брендом Мариачи продается только у нас в гитарном клубе. Он сделан полностью из массива. Здесь уже идет верхняя дека из массива, обечайки из массива и нижняя дека тоже из массива. Инструмент уже обладает более мощным, более глубоким звуком. И специально при производстве этой гитары мы попросили, чтобы гриф максимально был широкий, потому что мужчины любят, когда гриф действительно широкий. Как правило, любят мужчины уже более старшего поколения, которые играли на гитарах еще советского производства. И здесь как раз у этих гитар идет широкий гриф, начиная от 45 до 48. Ну, есть и 43 мм, но 45 и 48 пользуются огромной популярностью. В звучании этот инструмент очень яркий, потому что еловая дека и в то же время очень глубокий, насыщенный звук. Особенно хороша будет эта гитара для тех, кто любит и сыграть мощно, громко, с отдачей, потому что инструмент действительно отдает в тело, потому что полностью массив, и буквально вместе с этим инструментом уже рождается музыка. Эту категорию мы решили разделить на три части, поскольку цены там варьируются от примерно от 100 тысяч до 500 000. В первой части я хочу выделить инструмент компании Maton, также в корпусе Dreadnought, одна из самых любимых наших гитар в этой ценовой категории. Конечно, компания Maton делает полностью массивные инструменты. У них, как правило, датчики идут с пиезо и с микрофоном. В данном случае модель SRS-60C, она идет просто с пиезо. Инструмент очень глубокий, мощный, уже для серьезного мужчины, который хочет играть уже профессиональную музыку. Очень удобный в плане эргономики и в тактильных ощущениях. То есть здесь сразу по умолчанию идут американские струны Elixir. И сама гитара комплектуется кейсом. То есть все гитары вообще компании Maton комплектуются кейсом. Поэтому это будет прям отличный вариант в этой ценовой категории.
Во второй категории это гитара уже примерно 200+, Gibson. Gibson, наш любимый Gibson, американский Gibson. Эти гитары на сегодняшний день достаточно редкие, но у нас особые привилегии в гитарном клубе, и гитары Gibson у нас в наличии имеются. В моих руках это гитара J45, одна из самых вообще популярных гитар в мире. Ее называют рабочая лошадка. На этой гитаре можно играть вообще все, любую музыку. Это очень глубокий, очень породистый инструмент американского производства. В данном случае у меня модель J45 Studio. В отличие от стандарта, который известен в мире, этот инструмент также звучит очень богато, насыщенно, но просто сделан немножечко из простых материалов. Здесь идет массивная обечайки из ореха, и нижняя дека тоже идет из массива ореха. Идет звукосниматель LR Bucks, что тоже немаловажно. Это американская компания, одна из лидирующих вообще в мире по звукосъему. Конечно, полностью инструмент из массива, ситкинская ель, как я сказал, орех, и нижняя дека тоже из ореха. Колки Гровер. В целом инструмент действительно очень, очень крутой. И это будет прям шикарным подарком в этой ценовой категории для мужчины. Ну, либо для, если сам мужчина к нам придет, скажет: «У, хочу Gibson». Третья часть, самая интересная, самая вообще прям мужская, серьезная категория. Это гитары также компании Мейтон, но уже предкастомшоповские гитары. Это очень крутые инструменты. Дальше них только горы, дальше них только кастомшоп идет. Это Мейтон Мессия, мы ее называем EM100C, модель полностью из массива. Из дорогущего палисандра, уже электроника фирменная Мейтон с пьезо и с микрофоном. Очень серьезный инструмент для студийной работы, для концертов. Инструмент в подключении невероятно живой. То есть в любом месте, где бы вы ни стукнули, где бы вы ни пошевелились, на струнах, еще где-то на корпусе, все это в подключении очень слышно хорошо. Инструмент действительно очень серьезный для мужчин, которые хотят вести какую-то студийную работу, или, может быть, уже выступают, играют где-то в каких-то коллективах, или просто в коллекцию, если у вас есть какие-то уже стартовые инструменты, то этот инструмент будет самой главной гитарой вашей коллекции. Полностью, конечно же, массивная гитара, ситхинская ель, палисандр обечайки, нижняя дека, фирменный звукосниматель, черное дерево накладка, бридж, колки, гроверы. Очень удобная по ощущениям гитара, и она действительно поможет мужчине уже на высоком уровне уже творить самую хорошую, самую профессиональную музыку. Thank you.
На этом категория топовых инструментов заканчивается. А что же дальше, спросите вы? А дальше, конечно, Custom Shop, ребята. Custom Shop – это гитары, которые делаются вручную из отборнейшего материала, из отборнейшей электроники, в общем, из всего отборного. И дальше уже ничего, дальше только выступать в Крокус Сити. У меня в руках два инструмента компании Мейтон. Это подписная модель Томми Эммануэля. Именно та гитара, на которой он сейчас играет. Очень крутой инструмент. Эти гитары делает один мастер, Энди Аллен, в Австралии, в отделе Custom Shop. И вторая гитара, это тоже сделал Энди Аллен. Flat Picker, ребята, очень мощный, глубокий инструмент в корпусе Dreadnought. Само название этого инструмента говорит само за себя. Она, Flat Picker, предназначен больше для медиаторной игры. С очень крутым профессиональным звуком. В общем, дальше Custom Shop уже ничего нет. Все, белиссимо. Если вы любите больше играть пальцами, фингерстайл, это гитара Томми Эммануэля, TE Personal. Если больше под медиаторную игру, это Мейтон Flat Picker. На этом все, но я как любитель 12 струнок не мог пройти их мимо, и поэтому в качестве бонуса я бы хотел вам порекомендовать два инструмента в разных ценовой категории. Это гитара Sigma DM12. 12 струнок. Кстати, эта гитара была самой первой моей 12 струнки, когда я начал работать в гитарном клубе. Именно такую гитару я себе приобрел. Замечательный инструмент, невероятно отзывчивый, с массивной верхней декой. И я на ней играл, кого-кого, конечно же, Розенбаум, кого же еще. И вторая гитара, это уже супер топовая гитара компании Martin. Самый настоящий американец, полностью из массива. Модель HD1228 с невероятно тонким, удобным грифом. Ну и, конечно же, на этой гитаре играют самые знаменитые американские музыканты, и не только американские, вообще любые профессиональные гитаристы очень любят такие гитары.
На этом я заканчиваю, и, конечно же, я не сказал про мастерскую. Любая гитара в этой ценовой категории, которую я назвал, от самого стартового, среднего и топового уровня, сначала попадает на стол к мастеру, проходит нашу отстройку. Играть будет удобно, с новыми струнами, с пожизненной гарантией, и в случае каких-то вопросов или проблем вы всегда можете обратиться в нашу мастерскую. Спасибо, что посмотрели это видео. Мне было очень приятно рассказать про эти гитары. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. А я пока поиграю на своей любимой гитаре 12 струн. Пока. Hello, darkness, my old friend. Вот монтаж будет классный, ну ладно. Сава, привет.